Приветствую всех на своем канале. Наконец-то мои орхидеи распустились. Смотрите, какой прекрасный чармер в домашнем цветении. Сейчас я фонарик включу. Посмотрите, какой он насыщенный такой. А сколько бутонов. Бутоны как искусственные. Видите? Они так переливаются. Покупной он не такой. А в домашнем цветении он совсем другой. И вот эта тарина, посмотрите, какая обалденная. Очень-очень красивая. Орхидеи вообще замечательные. Они когда здоровые, когда цветущие, то смотришь на них и любуется. А когда с ними что-то случается... Вот как я пришла в эту комнату, и от ужаса мне аж плохо стало. Посмотрите. Все орхидейки росли, все нормально. Даже вот эта начала отходить, которая была покусана трипсами. И посмотрите, что случилось. Здоровая орхидейка буквально за ночь. Смотрите, во что она превратилась. Все отпало моментально. Обалдеть. Все у нее было хорошо. Вот я ее полила последний раз. Все было хорошо, отходило, все нормально. Все, сгнило. Нет орхидейки. Была орхидейка, нет. Я еще поковыряюсь, посмотрю, конечно. А что ковыряться? Смотрите. Корень сгнил. Все. Все, пошла чернота. Это просто уже выкинуть керамзит. Можно кипятком залить, обработать и использовать дальше. Надо ее убирать, чтобы рядом не заразились мои орхидейки, которые растут. Ну, тут уже даже спасать нечего, уже говорить не о чем. Нет смысла выбросить и забыть. Эта орхидейка пошла в орхарай. А здесь у меня орхидейки стоят на доращивании корней. Это были с плохой корневой системой. И я пытаюсь их спасти. Вот смотрите, вариантная орхидейка, я покажу вам. И расскажу, в каком растворе, что я выращиваю. Смотрите, как она пошла в рост. Смотрите, какие у нее корнюшки. Она тоже уже, я купила ее очень маленькую. Вон молодой листик уже растет. Очень маленькую, в очень плохом состоянии. Но она мне попалась по дешевой цене, и поэтому я решила ее взять. И мне удалось нарастить корневую систему. Как я наращивала, сейчас я вам покажу все подробно, а потом расскажу, как я наращивала орхидеечки корни. Вот смотрите, какая корневая и тоже пытается нарастить. Но эта орхидея наращивает не корневую систему, она сначала наращивает листочки. Видите, молодые листочки, уже второй листик лезет. А корнюшки она не пускает. Я ей помогу. Сейчас я ей сделаю состав. Вот почечки есть, все, зачатки, все. Ну, тут листиков хватает. Она нарастит, конечно. Вот, рядом стоит. Смотрите, какие корни жирные такие, мощные. Аж камни прикрепились. Хорошая. А это просто я положила так рядышком. Ну, не было уже места. Дальше показываю. Вот тоже наращивает орхидейка корневые корнюшечки, видите? Пошли жирные уже, пошли отросточки. А молодого листика нет. Она была покусана сильно трипсом, видите, повреждена. Но я смогла ее спасти. Вот эта орхидеечка, вот, смотрите, пускает молодой листик. Ой, какая прелесть. Это просто можно любоваться корнями, любоваться корнями. Но это давно стоит. Смотрите, какой она... Выпустила корешочек кверху, видите? И вон корешочек такой мощный, тоже крепкий. А вон, по-моему, даже цветонос лезет. Или корешочек, или цветоносик. Вон, видите? Сейчас увеличу чуть-чуть. Ну, отблагодарила она меня. Правда, видите, название я подписала. А, Лолочка. Это Лола. Это красивая орхидейка, девочки. Замечательно. Она пошла в рост, у нее будет все хорошо. Я ее сюда поставлю. Вот еще две штучки вам покажу. Вот, смотрите, какая. Это у меня какая орхидейка.
Она уже давно стоит. Биглип розовый. Ага. Это красивая орхидейка тоже, наверное. Цветочек я видела при покупке, а потом оно все пропало, всю корневую я убрала и нарастила заново корневую систему. Видите, даже Максимом смазывала стволик, ну, чтобы не гнило дальше. И вот эту вот тоже вот я стволик смазывала Максимом, потому что она была в очень нехорошем состоянии. Вот она пустила новый листочек красивый. А сейчас вот я нашла для себя новую интересную игрушку, видите? Был один листик с пропавшей корневой системой. Видите, полностью засох аж стволик. И я решила спасти его. Он был очень вялый, смотрите, в вялом состоянии, поморщенный, некрасивый, но спасти нужно. Спасти мы спасем. Ну, я еще хочу вырастить орхидейку. Вот, смотрите, с одного листочка, оказывается, можно спасти и вырасти орхидейку. Смотрите, видите? Пошел второй листочек с серединочки. Хотя тут был один морщинистый плохой листик. И вот в таком состоянии вот эти чешуйки я сниму. Вот эти. И мы посмотрим, как там уже должны появиться почки корневые. Вот, девочки, посмотрите, я сняла чешуйки. Вот, почек пока нет, молодой листик растет. Но вот, видите, почернело. Вот это желательно смазать или Максимом, если у вас есть. Вот, видите. В крайнем случае лаком для ногтей. Хоть чем-нибудь смазать вот эту черноту, чтобы она не перешла на зеленое. Хорошо, что я сняла вот эти вот штучки, то бы тоже потеряла орхидейку. Вы видели, как они быстро от этих всяких гнилей пропадают? Так жалко ту мне орхидейку, но ничего не поделаешь. Смотрите, как я наращиваю корневую систему. Рассказываю. Беру литр воды, литровую баночку. И капаю 2 капельки препарата HB101. И в этом растворе, вот смотрите, почка проснулась. Это, знаете, какая? Бронзовый Будда. И в этом растворе я выращиваю корневую систему. Смотрите, наливаю на дно стаканчика. Видите? Чуть-чуть. И хотя бы один корешочек, чтобы доставал до жидкости. Если не достает, как вот в этом случае, значит, я сначала макаю, полчаса подержу в этом растворе, а потом держу на препаратом. Я листья не вытирала, пыль, потому что оно и так слабое, не хочу лишний раз травмировать. Когда я уже буду при пересадке, уже повытираю. Так немножко феном пройдусь, сдую пыль с них и все. А так стараюсь их не трогать, жду, пока они нарастят крепкую корневую систему. Вот эту орхидейку, в принципе, можно уже высаживать. Видите, сколько корешков? Если 5 корешков есть, то это достаточно для жизнедеятельности вашей орхидейки. Видите, какие корешочки? Листочки маленькие, миниатюрные. И 5 корешочков есть. Дальше. Я люблю сажать их в двойные горшочки, я вам показывала. Но если какая-то орхидейка заболевает, то вторую надо сразу отсаживать. Это такое дело, сейчас вам покажу. Вот, посмотрите, двойной горшочек. 2 орхидеечки посажены рядом. И места достаточно. Смотрите, если поделить, то это как раз 2 горшочка. И очень удобно. И переносить, и все. Вот еще второй горшочек двойной. А это одинарный такой горшочек с кашпо. В общем, корни у них растут разные. И заметьте, мои все орхидеи я пересадила в керамзит. В керамзите мне очень нравится ухаживать за орхидеями. И в другом смысле не появляются в коре, как вредители все появляются, а в керамзите этого нет.
керамзит, и вот корни она пускает замечательно. Видите, какие корни? Это у меня амадора. Амадора тоже очень любит цвести. Она скоро уже выпустит цветонос. Видите, корневая хорошая, стволик крепенький. У нее все хорошо. И ждем от нее цветоноса. Это у меня вот такие вот корнишки, видите? Все в керамзите, девочки. Очень удобно. Я буду пересадку снимать и пересаживать свои орхидеи. Я вам покажу, как я засыпаю, до какого уровня, как я ухаживаю, поливаю за свои орхидеи, которые растут в керамзите. Все вам покажу. Ну, у каждого цветовода бывают и хорошие моменты, и плохие. Видите, как у меня, например, пошла орхидейка в Орхарай. Ничего не поделаешь, такое тоже случается. Ну, желательно спасти, но бывает гниль. Так быстро прогрессирует, что моментально все уничтожает в считанные секунды. От этого никто не застрахован. Ну, ничего не поделаешь. Все. На этом все, девочки. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Это как 50 вам покажу. Вот камень, видите? Кактус, камень. Он разделился и вырос уже большой. Тут был маленький засох, и с серединки вырос другой. Интересное растение.